Итак, сегодня у нас будет яичница с кабачками. Яичница с кабачками. У нас сегодня строй помощник. Нам понадобится кабачок, зелень и яйца. Это мега быстро. Мы наливаем маслечко на сковородку, пока наша сковородка разогревается. Мы быстренько, тоненько нарезаем наши кабачки кружочками. Вот такие тоненькие кружочечки. Отправляем обжариваться. Кабачок чуть-чуть обжарили с одной стороны, мы переворачиваем их на другую теперь сторону. И теперь сюда мы вбиваем наши яички. Подсаливаем. Посыпаем зеленью. Все, и накрываем крышкой. И ждем пару минут. Так, вот такая вот у нас яичница получилась. Очень вкусно. Пробуйте, готовьте. И до новых встреч!